Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами побудем в роли водителя маршрутки или автобуса. Ну, пока у нас вот маршруточка. Ну что ж, давайте отправимся на свой первый маршрут. Предлагаю начать с самого первого. Площадь Ленина. Я маршрут не знаю. Более-менее пока настроил. Так вот, на вокзале мы должны быть в 6 минут. Каждые 2 минуты остановка. Ну что ж, начнем. Посмотрим, как это у нас все будет работать. Запускаем двигатель. Ручничок снимаем. И поехали. Уже спешат. Ну что ж, загружайтесь. О, вот этот вообще заходит. Супергерой какой-то. Тут нельзя садиться, с места там есть, иди туда. Все-таки у нас карантин, все дела, ребята. Почему без масок, Так, все заплатили. Давайте, 6 минут выезжаем. Дверь закрыли. Ну что, поедем потихонечку. Мы должны быть 8 минут на станции автошкола. Успеваем. Базик, подожди. Не спеши так. Желтый. А то дедулю собьем нечаянно, нам это не нужно. Сейчас будет зеленый, спокойно поедем. Нам пока прямо, но мы не успеваем, нам через минуту надо быть на станции. Мы уже заработали, видимо, 288 рублей. Мы в Серпухове. Вон вокзал Серпухов. Вот, видите, Серпухов. Ну ты давай, зеленый, но... Сигнала нет. Нет. Погнали, желтый, все. Все едут, и мы поедем. Гремит все, хрустит подвеска. Так, ну мы почти успеваем. Где-то здесь будет остановка. Зеркала не для нас. Мы на маршрутке, все должны двигаться, подвинуться, когда мы приезжаем. Где эта остановка? Чуть-чуть надо ослабить. Так, аккуратно, ребята. Итак, мы подъехали. Ровно 8 минут. Наш герой ушел. Залипает телефон. За переезд. Проезд передаем, давайте, не стесняемся. Опять ты вернулся. Унывая. Все. Поехали, ребята. Выдвигаемся. Следующая станция автошкола. А, Красный мост. Лежачий. Нормально. Через 2 минуты нам надо быть. Но мы опаздываем. Немножко поспешим. Тормоза очень плохие. Очень плохие. Столкновения. 200 баксов минус. Бывает. Но ничего. Отработаем на следующей смене. Красный, тормозись. Нормально успели с ручничком. Тормозились. Так, остановка. Вот она. Мы пока рано очень приезжаем.
ручник двери. Ну, это, видимо, не критично, то, что... Вот это он крашеный, перекрашенный. Сюда без маски нельзя садиться, алло. Такие вообще ребята. Давай сразу в левую сторону. Полосу. Красный мост. Ну что, улица Быркова. Главное, чтобы светофоров внезапно не появлялось. Остальное все ерунда. Так, да, нам надо срочно перестраиваться, потому что здесь меньше машин. Как они резко стартуют. Давай, давай, ты не тормози то. Ну хорош тебе. Кто так ездит? О, танцор диско. Давайте загружайте, ребята. Все, мы уезжаем. Откуда у меня там столько мест? А, ей не хватило. Понятно дело, столько народу. Город такой спокойный, маленький. Максимум 9 этажей, домики вижу. Красный надо останавливаться на ручничке. На гостинице надо быть 14 минут. Мы очень быстро едем и не укладываемся. В режим, в график. Там на базике что-то оттормаживается, как это. О, на желтый все прут вообще просто. Всем без разницы. Знаю только, что на красный запрещено ехать. Давайте, загружайтесь. Поедем через полторы минуты. Ну что, поедем потихонечку. Нам надо быть 15 минут, так что спешить не будем. Будем наслаждаться видами этого города прекрасного, Серпухова. Кто из Серпухова, пишите в комментарии. Совпадает ли ваш настоящий город с городом из этой игры? Ставки на спорт, победа, видите, магазин. В моем городе тоже был магазин Победа. Там были довольно дешевые цены. Он типа складского будет. Это у нас еще Солярис впереди стоит, да? Как в жизни, куда ни плюнь, везде Солярис. Ну что, стоим, поехали. Присаживайтесь, господа. 30 секунд на посадку. Вот, пошли денежки. Уже 1000 заработали. Следующий наш маршрут будет уже на автобусе.
вчера на маршрутке. Надо попробовать другой автомобиль. Все сели. Молодцы. Значит, едем. Так, это у нас получается конечная, да? И потом нам надо в гараж зайти. Ой, извините. А, он сам там чуть не сбил. Так, выметаемся, ребятки. Так это получается не конечная. Площадь революции 18 минут 19 минут. А на улице Чехова надо быть. Куда же вы все садитесь-то? Когда мой маршрут закончится? Вон, еще одна простроилась, понятно. Ну ладно, заработаем деньжат. Все уселись. Тогда поехали. Вот так вот опасно прям выезжать. Ой. Ранее отправление с остановки. А, вон оно чего. Ладно, больше так не будем. Погнали всех, надо обогнать. Так, что это у нас тут? Дорога какая-то непонятная. Нам надо было направо только, да? Прям нельзя было. Так, Чехова, мы должны прибыть где-то в 21 минуту, а мы приедем сейчас уже скоро. Впереди копа. Ну как долго можно ехать? Я просто этот график вообще не понимаю. Ну вот это на своем логане будешь листить. Так, давайте все, выходите, выходите. Это конечно, давайте, освобождаем автобус. А, следующая, конечно, вон по карте видать. Отлично. Сейчас на автобусе поедем. Вам тут идти, ребят, вообще ни о чем. Вы такие деньги платите за билет по 32 рубля. Эх. Все уселись. Поехали. Ой, опять я рано выехал с остановки. Ну а что у вас графики плохие? Вы тормозишь, а? Кредиты тошнот. Больной вообще. Так, нам надо налево. А то мы все по прямой, да по прямой ездим. Так, здесь надо уступать, никого нет. Тут нам куда? Вон остановку вижу. Воу! Это я куда-то не туда там заехал. Тормозимся. Открываемся. Работа на денег 1588. Замечательно. А если я их закрою? Опа. Все, пацаны. Приехали. Ладно, выходите. Ну все, ребят. Поехали в гараж. Где у нас гараж? Гараж у нас. Вот он у нас гараж.
идем в гараж. Итак, магазин запчастей, что у нас есть? Тонировка. Ух, ё-моё. Чё себе. Занавески. О, вот это может... О, тормозные колодки здесь нужны были. Кондиционер. А что он дает? Ничего не дает. Лаги. Так, ладно, замечательно, назад. Так, автобус. Смотрите, что у нас есть. Мы можем купить себе вот такой вот. За 5000. Пазик стоит. Вот, смотрите, 6000 пазик стоит. Что у нас еще? 15. 18, 20, 25, 28, бесплатный, и вот мы бесплатно купили, о, прям московский, давайте на нем попробуем, да, так, 80 километров сейчас, а пазик у нас сколько едет? Тоже 80. Давайте на вот таком вот всем известном. Купить. Он бесплатно. Выбрать маршрут. Ну что, давайте какой-нибудь по закоулочкам, такой прямым. А что-то как тут все они прямые. Так. Поэтому же неохота. Давайте вот этот. По второму. Так, интервал. Давайте везде по одной минуте поставим. Что-то эти... У них графики очень специфические. Коль же 3 минуты. Давайте везде сократим на минуту. И начнем. Так, ну что, запускаем автобус. Шли. Гоу-гоу-гоу. Вы здесь говорите? Нет, мы не хотим прерывать маршрут. Мы на остановку едем. Так, двери открываются. Третья не открывается. Третья у меня клавиши не хватило на руле. Все сели? Тогда поехали. Так, где тут? Полос, вот. Нам надо уходить направо. Да, опять уже сцепились. Так, я не съехал на нашем. Ладно, съели на следующем. А он довольно-таки шустрый, я скажу. Куда ж ты меня подрезаешь-то? Так, я вообще заблудился, где здесь черт. А вот здесь вот нам надо съехать. И опять направо. Ой, красный, тормозим. Никого еще не тошнит от моей езды. Надо радиус убрать большой теперь. Что-то там кого-то зацепили, да? Поворотники сами не отключаются. Пробка, ё-моё. Может, должны быть на улице Чехова. Придется нам немножко нарушать.
Остановочка. Ну вот что дальше? Воу. Загружайтесь, ребятки, загружайтесь. Время, время. Нам надо спешить. Кто не успел, тот опоздал. Мы уже должны давно быть на площади революции. Ну, пробки, что мы сделаем? Пробки, пробки, город большой. Давай, давай, давай. Ой, ё-моё. Четыре минуты надо было там быть, а уже 25. Придется нам делать вот так вот. Пока никто не видит через сплошное. И на красный. Проезд на красный, 100 рублей штраф. Ладно. Я поспешил, дверь открыл. Опоздание. Ну да, опоздание. Чего вы не садитесь? Едем, едем, едем. Время, время, время. 26 минут. Во сколько нам надо быть на остановке? В смысле? Двери закрыли. В 25. Да, что-то я переборщил. Подожди. Ух, вот это терминатор. Терминатор. Не, маршрутка, конечно, была. Орех. Ой, кех. Да, мы уже. Пазик, пазик, пазик. Чё ты ж плетёшься-то, а? Подрезайте. А, не буду. Мусорная. Куда летишь так? Видишь, остановка. Ну, 150 за опоздание. Отшумели. Давайте, выходите. Я... Нет, больше нет. Мы так не успеваем. Едем, едем, едем. Красный. Да, не знаю, что такое красный. На 150 за опоздание снимаем. Так, тут как заехать на остановку? Тихо, Солярис, не порми. А вот он. Блин, Солярис. Одни Солярис. Давай, 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 родной. Мы не успеваем, ребят. Так, наш поворот. А где вот этот? Вадик, стой. Не, можно было и там повернуть, ладно. Вообще не укладываемся.
того мы уже не обгоним. Да. О, минус 140. Нам надо срочно пассажиров набирать. Да, что-то я с настройками переиграл. Так, подождем, а то у нас денег нет совсем. Пускай сядет хоть сколько-то человек. Вроде все сели. Да, смотрите, уже вроде чуть-чуть отыгрываем. Но все равно детская. Нет, это все очень плохо. Все очень плохо. На маршрутке, может, вы успели, конечно. Ты чё, пьяный? Принял, что ли? Я тебя жизнь спас, что ли? Быстрее, быстрее садитесь. Валим, валим, валим. Так, из минуса выходим. Ой. Да вот мы там задели. 31, мы должны быть на Звездной улице уже. Будет опасно. Грузитесь, грузитесь, ребята. Вот видит, что я здесь не помещаюсь, нет, что-то жмется там. Сейчас мы сократим еще время. Красный. Подвеску этого автобуса, конечно, хромает. Смотрите, вовремя. Почти что. Уже штрафа нет. Дядя пьяный опять идет. Ну что ж ты делать будешь-то, а? Светофоры есть? Да, желтый. Нет, уступи дорогу, хорошо. Значит, не будем стоять. Мы на автобусе, нас должны все пропускать.
Логан, давай, шевелись, шевелись. Да хорош тебе, Логан. Заглохло. Может, даже не мог по магазину мясо лыживать. Поэтому пока мы в плюсе едем. Перед нами только что был Логан, уже что-то другое. Сорян. Время, мы должны выехать уже. Опять красный, опять соточку. Лучше сотку за светофор, чем 150 за этот. За опоздание. Так, а что тут, развернулся надо? Развернулся надо. А, нет, вот он. Остановка-то, вот она. Так, у нас главное, да? Таких знаки-то я никогда не видел. Что ж ты делаешь-то? Так, ну мы вроде вошли в этот, в ритм. Рядом можем 20 секунд постоять. Время, деньги, поехали. Гостиница. Блин, красный. Мы не можем стоять на светофорах. У нас режим. Все, поехали. Надо успевать надо. Зеленый, и сразу остановка. Вот это бы нет. Таксист, ты не должен так ездить. Так, ровно 40 минут приехали. Уезжаем. Ну пропусти, ну чё ты, видишь автобус?
Опять красный. Вовремя. Тут можно побольше их спустить, выпустить. Куда ж ты лезешь? Это мы долго будем стоять, да? О, столкновение 200. Желтый, поехали. Мы же опять не успеваем. Давайте ждем желтый, быстрее, быстрее, желтый, желтый, желтый. Бах, валим, валим, валим. А у меня лично автобусы так в городе ездят. Ровно 43 минуты. Какие мы молодцы, да? Даже заработали 400 рублей. В серпуху, я думаю, это нормальные деньги за смену рабочую. Так, ну все, возвращаемся в гараж. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. До новых встреч.